Правительство Украины сегодня ввело мораторий на выплату долга России в размере 3 миллиардов долларов. Срок его погашения истекает уже послезавтра. Помимо этого займа, запрет на выплаты Москве получили украинские предприятия, которые брали кредиты в российских банках. Это еще более 500 миллионов в американской валюте. Как заявил сегодня премьер Яценюк, переводы приостановлены до того момента, пока Россия не примет условия Киева по возврату долга или до постановления суда. До этого в Кремле не раз повторяли, что кредит погасить необходимо, и об изменении условий его выплаты речи уже быть не может. Ранее Владимир Путин предлагал Киеву рассрочку на 3 года, но только при условии, что свои гарантии дадут США, Евросоюз или крупная международная финансовая организация. Никто из них делать этого не стал. Как отметили тогда в нашем МИДе, очевидно, что в платежеспособность Киева западные партнеры не верят. Напомню, накануне МВФ окончательно признал долг Украины перед Россией суверенным. И сейчас идут срочные сообщения. Так, замглавы российского Минфина Сергей Старчак заявил, что решение Украины по введению моратория на выплату кредита России не стало сюрпризом. И еще срочное сообщение. Москва начнет судебный процесс по украинскому долгу по истечении 10 дней после наступления срока платежа.